Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок – философия компании «Вирум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепсе 12, телефон 69400, без выходных. Какую не помощь, что он на берегу, он даже не представляет, что это такое. Вот зашел бы в дом и посмотрел бы, что там делается в доме и во дворе. Это на все лето сейчас работы хватит. Домой пробирается через крышу, телефон плывут заряжать в единственный магазин, в котором, кстати, уже заканчиваются запасы. Жители подтопленных районов города утверждают, что эвакуироваться готовы многие, но не могут дождаться звонка. На пятый день потопа в городской администрации призывают к помощи добровольцев. Сегодня уже объявились и кировчане, готовые предоставить свободные квартиры для семей с детьми. В городе задержана крупная партия перчика. Больше 100 литров косметических жидкостей продавались без документов и применялись не по назначению. Говорят, его музыка лечит. Венгерский музыкант-мультиисполнитель приехал в Киров с концертом. О главных событиях среды 27 апреля расскажет информационный канал «Город». В студии Александр Тимшин. Здравствуйте. Власти вновь промахнулись с прогнозами. Речь о максимальном уровне воды в Вятке. Накануне в правительстве области были озвучены прогнозы. Вода не поднимется выше отметки в 5 метров 90 сантиметров, и пик этот придется на четверг, 28 апреля. Но уже сегодня до красной линии остаются считанные сантиметры. Впрочем, жители затопленных домов на пятый день паводка, кажется, смирились с жизнью в водоеме. Сидим, загораем, что делать? Я бы уехала, но у меня держит собака. Куда девать? Куда ее девать? Вот она спит у меня в сенях зимой, ночью, сейчас вот сегодня оставлю здесь. Дружок на нас, водоплавающих, не лает. Лодка для него и конура, и место для выгула. Хозяйка же любезно приглашает зайти в дом. Это куда-то там надо попасть, да, на определенную ступеньку. Вот я встала на крыльцо. Пожалуйста, милости просим, заходите. Впрочем, не зайти, а почти заплыть в комнате 25 сантиметров воды. Валентина Митрофановна больше всего боится за настенный электрический конвектор. Вот-вот зальет, а печку уже затопило. В квартире сейчас температура, как на улице. Я сейчас только лежала, зябла вроде, так пошла на улицу. Ноги прямо в воде. Обувь вот поставлю сюда, вот одни сапоги стоят. Утром одела эти сначала. Потом эти. Чтобы не отправиться в плавание, кровать прибили к стене. По пути на кухню звонок родным. За 4 часа вода поднялась на 2 сантиметра. Вот и кастрюлю пришлось переставить на полку выше. В остальном, говорит хозяйка, все хорошо. А что, у меня плита есть? Утром только рыбку зажарила. Вот. У меня еда есть. Так что не тужу. На соседней улице ситуация куда хуже. И утопленные машины уже не так впечатляют, как, к примеру, торчащая из-под воды крыша трактора. Или затопленные газораспределительный узел и трансформаторная будка. Трансформаторная будка, она полностью затоплена водой. Сейчас из-за этого во втором Дымково нет электричества. Андрей, вы говорили, этого можно было избежать, правда? Конечно. Можно было посоветоваться со старожилами, кто здесь живет и постоянно присутствует во время разлива. И узнать уровень воды, которая здесь бывает, и поставить эту будку на свои, как стоит в старые времена, были поставлены вот в первом Дымково. Там старые будки стоят, они на высоте метров двух только от земли. А это было поставлено прямо на землю практически. Без электричества здесь десятки домов, как и жильцы Пермской улицы, точнее Пермского канала. Отключили, говорит Алексей, еще в воскресенье. 4 дня без света и отопления. Сотовыми пользуются только при острой необходимости. Вот схожу в магазин, попрошу, скажу, заряжите, пожалуйста. И все так ходят. Никакую помощь они не оказывают, никакую не оказывают помощь вообще МЧС. Кроме вот то, что на работу народ возят и все. Больше они помощи никакой мы не видели здесь. Катер постоянно ездит, тут проедет и все. Поздороваются уже, здороваются, кивнут головой и все, и уезжают. Помогаем, кто просит. Да. Помогаем. А люди уже не просят, а просто кричат о своих бедах. На улице Красной Звезды многие до сих пор не могут добраться до своих домов сухими. Все. Все, до свидания, срочкой не могу помахать. Вот
так мы доходим до дома. Давай. Не забываем ее. А это Ольга. Про свои ощущения, когда, чтобы попасть в квартиру, сперва нужно переодеться, потом проползти по чердаку из соседнего подъезда в свой, а после по пояс окунуться в холодную воду. Плавать в это маленько умею, что будем начинать? Хотя, честно, боюсь. О! Прибило чем-то? Не прибило, просто она набухла. Жесть. Из квартиры репортаж уже от первого лица. Иду, вода чуть выше колен. Вот так вот все вот здесь у нас плавает. Вот что творится у нас в комнатах. Ой, ну что же, будем потихоньку выбираться. Ущерб подсчитывают и соседи. Новый пол всплыл вместе с утеплителем, обои отклеились. Диван наверняка придется выбросить. И сколько еще придется жить в таких условиях, не знает никто. Ничего не делают, они все руками разводят. И МЧС, и администрация, все. Справедливости ради, на улице Красной Звезды сегодня появились высокие мостки, а еще на местном магазине новое объявление. Уровень воды за ночь поднялся на 14 сантиметров, а завтра будет еще выше. Вот, пожалуй, и все. Даже продукты в магазин возить перестали. Предприниматель боится убытков. Вода уже и здесь, на пороге. Ну и хлеба нет, и молока нет. Ну, самое необходимое. Подъезда же нет. Таскать вручную никто не собирается таскать. Ну, ужасно, конечно, очень жалко людей. Без воды, электричества и газа отключить все это на Красной Звезде могут в любую минуту. Рискуют остаться сотни человек. О начале активных действий сегодня заявил и Роспотребнадзор. Вслед за большой водой сюда уже наверняка придет антисанитария. Ольга Шмырина, Иван Дёров, информационный канал «Город». В зоне затопления остаются больше 1000 человек. Как сообщили сегодня в администрации, в поселке Вересники начинает круглосуточное патрулирование улиц и домов, чтобы защитить от мародеров имущество тех, кто уехал в период паводка. Патрулировать дома будут полицейские и сотрудники мэрии. Также было решено направить в затопленные районы врачей и психологов. Представители городской администрации также призывают к помощи добровольцев. Кстати, неравнодушные уже оказывают помощь. Кировчане привозят свои лодки, сапоги и даже предлагают ночлег для тех, кому некуда ехать. Те задачи, которые ставились на вчерашний день, то есть дополнительное строительство наплавных тротуар и как в микрорайоне КМДК, и в микрорайоне поселка Красной Звезды, спичфабрики, значит, они выполнены. Но на сегодняшний день у нас появилось снова еще 4 дома на Красной Звезде и переулок Крайний. Там порядка 8 домов, точно так же их надо заполнить тротуарами наплавными. Сейчас подготовлен опять же пиломатериал, то есть ребятам на завтрашний день и на сегодняшнюю ночь работа есть. О спаде воды пока говорить рано. Паводок еще даже не достиг своего пика, поэтому от помощи кировчан отказываться не будут. Те, кто хочет помочь, могут звонить по телефону единой диспетчерской службы 64 400 и 48 400. Сколько еще ждать или ехать с пересадками? В Кирове появилась еще одна умная остановка. О приближении транспорта подскажет информационное табло. Подробности далее в нашей рубрике «Короткой строкой». Фонтан на Театральной площади готовят к работе. Сейчас рабочие проверяют исправность источника. Фонтан будет запущен 1 мая. На время дачного сезона из Кирова запустят дополнительные электрички. Составы будут курсировать до Ленгасова и Стрижей с 29 апреля. А с 1 мая дополнительный поезд будет курсировать до станции Великой. На ремонт сельских дорог будет выделено 166 миллионов рублей. Средства поступят из областного бюджета. Где именно будет проведен ремонт, определит конкурсный отбор. Кроме того, в этом году на реконструкцию дорог в сельской местности поступит 213 миллионов федеральных средств. Записи с видеорегистраторов приравняли к доказательствам в суде. Соответствующий закон об административных правонарушениях подписал президент страны Владимир Путин. Теперь все видео, приобщенные к делу, судьи должны рассматривать в качестве полноценных материалов, а не возможных доказательств. В Кирове появилась еще одна умная остановка. Электронное табло установлено на улице Милицейской в сторону Нововятска. Именно за это место проголосовало большинство кировчан. Киров присоединится к Европейской неделе иммунизации. В честь этого 28 апреля в городе пройдет прямая линия. Кировчане смогут задать вопросы по вакцинации детей и взрослых и о том, как подготовить ребенка к прививке. Звонки будут приниматься с 11 до 12 часов по телефону, который вы видите на своих экранах.
В Кирове продолжается прием заявок на участие в «Бессмертном полку». Уже традиционно 9 мая кировчане пройдут по городу с фотографиями родных и близких, ковавших победу в Великой Отечественной войне. В этом году колонна «Бессмертного полка» вновь будет самой многочисленной на параде. Ожидается, что в нем примут участие около 4000 человек. Напомним, что прием заявок на изготовление транспарантов уже закончен, но сделать его можно и самостоятельно. Фотография героя должна быть формата А3 и заламинирована на случай непогоды. Мы напоминаем, что изготовить транспарант вы можете и своими руками, или заказать его в любом другом месте, но получить бесплатно пригласительный билет на парад Победы, конкретно в Бессмертный полк, вы можете только на Октябрьском проспекте, 121 этаж. Сейчас уже выдано 1600 билетов. По пригласительному на Театральную площадь смогут пройти один взрослый и один ребенок. В этом году Бессмертный полк будет занимать центральное место на параде. Точное время и точку сбора участники могут уточнить в пункте приема заявок. Кировчан просят поторопиться. Выдача пригласительных закончится 6 мая. Количество мест ограничено. Он охранял глав трех государств на Тегеранской конференции, мог бы соревноваться с акробатами в цирке и мечтал стать учителем. В преддверии 9 мая Первый городской канал продолжает рассказывать о героях Великой Отечественной войны. Сегодня нам свою историю поведал Николай Андреевич Зырянов. Ветеран рассказал нам, какой ценой ему досталась эта победа. Николай Андреевич мечтал стать учителем начальных классов. В 41-м году закончил педагогическое училище. За день до войны со своими одногруппниками отметил выпускной. А 22 июня узнал, что началось. Уже шла мобилизация. Знаете, там семьями призванные, родственники, там полный двор. Играют гармошки, пляшут, поют. Знаете, да мы Гитлеру, это сейчас пойдем, голову свернем. Сначала Николай Андреевич работал на машиностроительном заводе токарем, а когда исполнилось 18, его призвали на фронт. Он служил на Северном Кавказе, оборонял доставку военных грузов в Иран, а затем его взвод перебросили на охрану Тегеранской конференции. Там он видел самого Сталина, Рузвельта и Черчилля, а в 44-м его послали учиться в Тбилисское пехотное училище. Я узнал о победе, будучи курсантом, все кончилась война, победа. Нас все училище, командование училища сказало: идите, ребята, гуляйте. За время войны Николай Андреевич написал домой много писем. Признается, переживал, что домашние голодали в то время, когда на фронте кормили очень хорошо. Домой он вернулся только в 47-м году. Я как зашел вот так же в дом, и смотрю, они, ой-ой-ой, вы знаете, худые, худые, ну, какие-то скелеты. Я даже не узнала отца, мать. После войны Николай Андреевич женился. Со своей супругой прожил душа в душу 66 лет. 32 года посвятил военной карьере. Сейчас ветеран на пенсии, воспитывает правнуков. Любит рассказывать им военные истории, показывать награды и фотографии. А еще он с нетерпением ждет 9 мая. Это самый-самый-самый наш большой, самый приятный праздник. Особенно для нас. Ксения Зиновьева, Наталья Павлова и Игорь Волосков. Информационный канал «Город». Смотрите во второй части нашего выпуска после короткой рекламы. В городе задержана крупная партия перчика. Больше 100 литров косметических жидкостей продавались без документов и применялись не по назначению. Говорят, его музыка лечит. Венгерский музыкант-мультиисполнитель приехал в Киров с концертом. Эти другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Сомнительный парфюм. Сотрудники полиции изъяли 100 литров спиртосодержащей жидкости сомнительного происхождения. Косметика продавалась в магазине промтоваров на улице Ленина. Правда, продукция предназначена не для ухода за телом, а для приема внутрь. Тоже, смотрите, дата разлива отсутствует. Здесь нету, невозможно продукцию идентифицировать с документами. Это не ко мне.
Информацию о подозрительном магазине сообщили обычные кировчане. Сегодня с проверкой туда пришли сотрудники полиции и народного контроля. Информация подтвердилась. В продаже были обнаружены лосьоны для лица, тройной одеколон и средства для волос. Информация граждан нашла свое подтверждение. В продаже находится 15 наименований спиртосодержащей продукции, значит, без каких-либо документов. Сейчас вся продукция изъята и направлена в лабораторию на экспертизу. В отношении предпринимателя составлен административный протокол. Ему грозит штраф. Напомним, в середине апреля губернатор области поднял проблему продажи фуфыриков на федеральном уровне. Никита Белых выражал надежду, что на ближайших сессиях Госдумы законопроект будет внесен и одобрен. В Вятских Полянах суд вынес приговор местному жителю Андрею Кашину. Напомним, пьяный мужчина до смерти успокоил сына. По данным следствия, 46-летний осужденный Андрей Кашин поссорился с сыном Михаилом. Мужчина сдавил шею молодому человеку и даже не понял, что задушил его. Подробности в рубрике «Место происшествия». Сидела Альбина, сидел Миша. Угу. Я сказал: Альбина, давай уезжай домой. Угу. Миша это кто? Миша сын мой. Причиной пьяной ссоры стала девушка. 22-летний Михаил никак не хотел, чтобы подруга Альбина уходила. Отец был против. Родственники подрались, затем глава семейства решил усмирить недовольного сына. А с какой целью вы его так держали? Чтобы усмирить его. Ну, то есть как? Успокоить, чтобы. Потом Саша взял ноги. Я сказал, что отпустил меня. Я говорю: подожди маленько, я подержу его, успокоиться маленько, потом отпущу. Угу. Ну, потом смотрю, он... Вроде как подумал, что заснул или что. Угу. Я отпустил, и он остался здесь. Отец задушил сына. В отношении Андрея Кашина возбудили уголовное дело по 109 статье «Причинение смерти по неосторожности». В итоге суд вынес редкое для этой статьи решение. Приговорил Кашина к исправительным работам сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу. Кировские полицейские разыскивают женщину-воровку. В магазине на улице Свобода она украла одежду. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи. Видно, как женщина похитила брюки и майки. Последнюю вещь она и вовсе засунула вместе с вешалкой в штаны. Общий ущерб составил более 2000 рублей. С места происшествия женщина скрылась, теперь она в розыске. Сразу в нескольких преступлениях подозревается житель Вятских Полян. Его сотрудники ДПС задержали в Кирове на улице Некрасова. По предварительной информации, молодой человек сбежал из психиатрической больницы, устроил разгром в баре, вскрыл и обокрал 2 иномарки, а также демонстрировал детям свои гениталии. Что случилось с монитором в баре? Я не трогал никакой монитор. Говорят на тебя, что ты трогал его. Не знаю, много чего могут говорить. Я не трогал никакой монитор и никакие письма не показывал. 2 панели от магнитолы, флеш-карты, навигатор и зарядные устройства – это не полный список того, что мог похитить в Кирове гость из Вятских Полян. Сейчас полицейские проверяют, что еще мог совершить подозреваемый. Он исцеляет музыкой и играет на струнах души. Спустя 1.5 года в Киров приехал самый сказочный музыкант планеты Элис Бар. Мультиинструменталист играет на сотнях инструментах, но самый любимый – это кельтская арфа. Во всем мире он известен по своим уникальным сеансам музыкальной терапии. Одной из первых целительную силу нот на себе испытала наш корреспондент Юлия Косолапова. Услышать флейту любви возможно только там, где выступает Элис Бар. Это уникальный музыкальный инструмент с особым звуком, точеной формой и невероятной гармонией. Он единственный в своем экземпляре и удачно попал в руки к мультиинструменталисту. Сколько флейт в коллекции Элис Бара и не сосчитать. Только в этом чемодане спряталось больше 15. По соседству еще один необычный инструмент. На первый взгляд это 2 непримечательные металлические полусферы, но и они таят магический смысл. Ханг – это инструмент достаточно новый, но он уже приобретает такое очень культовое значение, потому что музыка, которая исполнена на ханге, она прямо прямиком инъекцируется в сердце. Вот, то есть ханг поет очень такую интересную древнюю песню. Элис Бара по праву можно назвать самым большим обладателем редких музыкальных инструментов. Часть он возит с собой на гастроли, а еще 300 лежит дома. Сердце его коллекции – кельтская арфа, украшенная маленьким лесным эльфом. Это не талисман, а символ музыки, который никогда не покидает Элис Бара. Арфа – уникальный инструмент. По словам музыканта, с ним можно договориться, главное – почувствовать его настроение. Элис Бар
не только музыкант, он доктор, который лечит человеческие души и помогает найти выход даже из самой трудной ситуации. Уже не один год он практикует уникальную в своем роде арфотерапию. Ее смело можно занести в разряд нетрадиционной медицины, которой с каждым годом обращается все больше и больше людей. Были и известные люди, были и актеры, были и писатели, были и всем помогал. Те люди, которые ко мне приходят, они как раз нуждаются в гармонизации. И вот эту гармонизацию они получают. Вот, потому что я делаю, ну, как общую музыкотерапию, да, музыкотерапевтические сеансы, так и углубленно. Там это и арфотерапия, и билотерапия, и гонги. Музыкальная терапия требует 7 сеансов, чтобы почувствовать легкость в мыслях и спокойствие на душе. Эти мелодии, утверждают, влияют на сердце и даже на кровоподток. Для многих виртуоз становится примером для подражания. Однажды мне написала девочка, которая была, первый раз услышала меня, когда ей было 6 лет. И она сидела рядом со мной. Это было в Будапеште. Вот, и потом она мне уже пишет спустя много лет, что она уже в Англии, прошло где-то около 15, наверное, лет или сколько, что она уже в Англии и сейчас учится в Королевской академии, именно арфистка. Во время гастролей он старается приобрести новый музыкальный инструмент в коллекцию. И, кстати, никогда не откажется принять в дар. Он уверен, что даже самую простую флейту можно заставить играть по-особенному. В нашем городе Алисбар даст сразу 2 необычных концерта. На первом кировчане смогут услышать различные музыкальные инструменты, а на втором – получить порцию релакса. Юлия Косолапова, Иван Дёров, информационный канал «Город». О том, что сегодня обсуждали кировчане в интернете, знает Александр Светлик. Рубрика «Соцсети» далее в нашем эфире. Итак, приступим к разбору налайканного вами за сегодня материала из соцсетей. Всех с Новым годом! Точнее, с новым соцобзором. Постоянно путаюсь из-за этого придорожного баннера. Огромная уличная вывеска в Кирове говорит мне о том, что не зря я до сих пор елку не выкинул. А пока одни кировчане празднуют 4-й месяц Нового года, другие наслаждаются водными процедурами. Нет, они не поехали в отпуск. Охотиться на уток и рыбачить прямо из окна теперь могут жители Вересняков. К тому же там теперь налажена бесперебойная поставка пресной воды прямо в квартиры. Что же ты со мной делаешь весна? Это событие – хороший повод для того, чтобы упомянуть Киров на федеральном уровне. Да и вообще, кировская весна наделала в этот раз немало шума. Это шум сломанной подвески и ругающихся на всю улицу водителей. Поэтому поступило предложение запечатлеть визитную карточку Кирова на 2000-й купюре. Ну а теперь лайфхак для родителей. Сейчас мы проиллюстрируем ответ на вопрос, откуда берутся дети. Но не спешите уводить своих чад от экрана. Все в рамках приличия. Сейчас мы покажем флешмоб, который затеяли мамочки со всего мира. Вот как они фотографируют своих детишек. Откуда берутся дети, мы узнали, не обращаясь к родителям. А вот откуда берется Вятка Тудей, вы можете спросить у программного бати Романа Корнеева. Совсем скоро у вас будет такая возможность, поэтому дождитесь Вятку Тудей и наслаждайтесь просмотром. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. С ним вас познакомит Ольга Медведева.
Заря красного цвета предвещает дождливую и ветреную погоду. В этот день не стоит работать допоздна, можно накликать несчастье. Если пчелы рано возвращаются в улей, то в ближайшее время наступит ощутимое потепление. Так гласят народные приметы, а я расскажу вам о погоде на завтра. 28 апреля в Кирове ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, ночью плюс 2. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Я желаю вам светлого четверга. Такой была эта среда, 27 апреля. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54 18 19. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в городе.